Рецепт Наполеона свой у каждой хозяйки. Пекут как для себя, поэтому домашние рецепты оказываются на производстве. Сегодня в кондитерской «Космос» могут приготовить сразу несколько вариантов популярного торта. Заведение работает с 1994 года. Тогда еще было сильное влияние советских стандартов, которые требуют использовать только натуральные продукты. Со временем на предприятии решили, что это будет их своеобразной фишкой. Ничего не меняем по ГОСТам Советского Союза, можно и так сказать. Да? Ну, не делаем никакие там разнообразные ТО, которые позволяют там заменять натуральные продукты на какие-то пищевые добавки. Это связано с тем, что мы хотим производить именно натуральные продукты. И никаких других заменителей использовать не хотим. Из этого следуют остальные детали. Делают только то, что пользуется спросом. Пирожные с заварным и творожным кремом, домашнее печенье, классические десерты, рыжик, полюбившийся многим постоянным покупателям, сметанник. Всегда славилась кондитерская «Космос» свежайшей сдобой, хачапури, который тает во рту, самса, пирожки со всевозможными начинками, а также огромный ассортимент тортов – шоколадные, бисквитные, творожные, йогуртовые, ореховые и даже блинные. Все должно гарантированно расходиться за день. Это все сделано утром. Рано утром начинается работа, там, в 5 часов утра, грубо говоря, начинается выпекаться, все подготавливается, и все продается до вечера. Продукцию продают в собственных магазинах, поставляют на заказ в сторонние торговые точки. На ярмарке «Инфотур» компания рассчитывает найти единомышленников, сторонников натуральных продуктов на столах. Приглашаем к сотрудничеству пансионаты, гостевые дома, гостиницы, всех, кто имеет шведские столы. Для них есть специальное меню. Есть мини-пирожки, те же «Наполеоны», другие кондитерские изделия, которые изготовят и доставят прямо к столу. Телефон для заказов в Анапе 507-64. Никита Бойко, Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.